12-го ежегодного шахматного турнира на призы газеты «Тюменская область сегодня». Мы рады, что лучшие шахматисты города и области вновь собрались на праздник шахмат. Дни турнира дарят уникальную возможность попробовать силы, отточить мастерство в борьбе с сильнейшим, проверить мощь логического мышления и интуиции. Главный редактор газеты «Тюменская область сегодня» Александр Николаевич Скорбенко. Я шахматный король, я пуп земли и соли. Об этом знают все на шахматной доске. Вы свита вся моя, вы все мои друзья. Готов вести вас бой, и летом, и зимой. Да здравствует король, он пуп земли и соли. Об этом знают все на шахматной доске. Очень здорово, что в нашем турнире принимает участие много молодежи. Я смотрю, что ребята совсем еще юные, 6-7 лет. Вот. И в то же время много ветеранов. Вот этот сплав молодости и опыта, наверное, самый главный результат, такой качественный, нашего сегодняшнего турнира. Первый турнир проводила я во Дворце творчества, где собралось ровно 64 участника. И я тогда подумала, о, у этого турнира, значит, вот хорошая дорога. Я хотел бы поблагодарить нашу уважаемую газету за ту стабильность, за то постоянство проведения турнира и популяризации нашего вида спорта. Сегодня шахматы, самое главное, пришли во двор к шахматистам. Они находятся в шаговой доступности от населения. Более 20 турниров, более 1000 участников в проекте «Шахматы в моем дворе». Играем по правилам быстрых шахмат. Никаких требований ничьей нет за 2 минуты до конца, по той причине, что играем с добавлением времени. Я кричал, вы что ж там, обалдели? Уронили шахматный престиж? А мне сказали в нашем спортотделе: ах, прекрасно, ты защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доскою, сила в нем. Он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Меня научил однокашник, пятиклассник. Он умел и меня научил. Вот с тех пор более 80 лет я занимаюсь шахматами. Это первый турнир, в котором ты участвуешь? Выигрывала? Да, выигрывала. Чубки, медали. А в садике знали, что ты играешь в шахматы? Да, я им рассказывала. За тылы и центр, не беспокойся! Я боюсь наврать, но, по-моему, я вообще во всех своих турнирах принимал участие, которые проводят газеты «Тюменского» сегодня, и, по-моему, я не думаю. И не безуспешного. И не безуспешного. Сколько раз выигрывали? 2 раза. По хоккею тренировки. В общем, после этой подготовки я ее без мата задавлю. Интерес к турниру, да, он есть и не снижается. Это говорит о том, что люди хотят именно играть в этом турнире. И это говорит о том, что газета-то последовательно тоже ведет свою политику. Да, и вот то, что из года в год 12 лет уже этот турнир проводится, говорит, что газета чувствует, что она на правильном пути. Это самый любимый турнир для наших селян, для простых любителей шахмат. Но вы видели, что около 180 участников, это рекорд. Что сегодня все получили удовольствие. Я поздравляю победителей. Ну а те, кто не смогли выиграть, то все равно, я уверен, получили удовольствие, играя партии. Кто-то сыграл хорошую, красивую партию. Не получилось в целом, но получилось отдельно. Но самое главное, что у вас есть настрой, у вас есть желание. Я уверен, что те, кто не победил сегодня, победят завтра или в других турнирах. Так что поздравляю вас.
будем дальше развивать шахматы в Тюмени и Тюменской области. Я очень благодарен газете «Тюменская область сегодня» за этот турнир. Я рад тому, что год от года число участников увеличивается, организационный уровень повышается. И, конечно, я очень благодарен Анатолию Евгеньевичу Карпову, что нашел время, приехал именно вот поздравить сегодняшних победителей, поддержать шахматное движение в нашем прекрасном городе. Наше юное поколение буквально за один год очень сильно выросло. Я хочу сказать, что сегодня, вот на данный момент, в зачете Кубка России в возрасте до 9 лет наш тюменский воспитанник Паша Трофимов идет на первом месте. В возрасте до 9 лет Доболячка Стежана Полянская идет на третьем месте. До 11 лет Вика Карелина, тюменская шахматистка, идет на четвертом месте. Он делает шаг, я прячусь за женщину. Я жертвую всем, что в жизни любил. Да, стыдно, и я выхожу, ах, боли поменьше бы. Но бой идет на доске, что делать, руби. Наступила пора объявить и наградить победителей, призеров 12-го ежегодного шахматного турнира. И чемпионом нашего турнира в категории ветеранов старше 60 лет занял Бурдиян Анатолий, первое место. Анатолий – это уникальный шахматист. Каким бы контролем ни проводился турнир, он всегда играет в темпе блица. Геннадий Павлович занял первое место среди инвалидов в нашем сегодняшнем турнире. Для меня самым замечательным было в этом турнире массовое участие Еторы. Невиданное такое участие. В прошлый раз их много было, но на сей раз целое море. Пусть газета «Тюменская область» сегодня всех организаторов специально сфотографирует и персонально укажет. Играйте в шахматы, друзья. Они научат вас тому, что в жизни нашей непросто. Все нужно делать самому. Они научат выходить из положения любого. Ходов научат нас не делать снова. Шахматы, шахматы, мудрая игра. Сторонам со столом
спать.